Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Йенген Тот Синт Янс «Святая родня». Написано около 1496 года. Дерево масла 137 на 105. Ну, достаточно большая картина. В искусстве позднего средневековья и последовавшего за ним северного возрождения были распространены композиции, изображавшие святую родню. Согласно средневековым теологическим концепциям, святая Анна родила троих мужей и дочерей, вместе с которыми, а также с их детьми, она и представлена в данной алтарной картине Йенгена Тот Синт Янс. Сама Анна, облаченная в розовое платье со светло-зеленым покрывалом, не спадающее у нее с головы на плечи, сидит слева. Ее старшая дочь Мария держит на коленях младенца Иисуса. Позади Анны стоит ее супруг Иоаким, бывший отцом Марии, а муж Богоматери Иосиф. Ближе к центру сидит, развернувшись к молящимся, полуоборота Мария Клеопова. Справа в темном плаще и бело-синем тюрбане стоит Мария Зеведеева. Ее отец Соломий и мужья сестер Алфей и Заведей видны вдали. Их дети, пятеро из которых стали апостолами, играют или занимаются другими делами. Справа на переднем плане изображена двоюродная сестра Богоматери Елизавета с маленьким Иоанном Крестителем, который тянется к Христу. Об искуплении спасителем человеческих грехов здесь напоминает и вино, которое в центре композиции наливает в чашу. Мастер, как тогда было принято, перенес действие в современную обстановку, нарядив участников сцены в костюмы своего времени и поместив их в интерьер, наполненный светом готического собора. Художник выписал мельчайшие детали, передал и тяжесть парчи, и тонкость батиста, и блеск металла. Чистые сияющие краски создают праздничный колорит, который выражает красоту божественного мира. Вот такое описание картины «Святая родня» Йенгена Тот Синт Янса я нашел в интернете и зачитал вам. Все, пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».